Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем, так? Проклятие! Здесь Тюр ступил за грань, и камень единства его защитил. Готов? Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Поверь мне. Это невероятно! Я думал, что тут мост! Ой, как меня может тошнить без желудка? Да ладно, было здорово. Смотри. Башня, я знал, что тут что-то есть. Удивительно. Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами. Ай да Тюр. Там будет Йотунхейм? Не может быть. Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахейм. Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь. Но будьте начеку, испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Я заметил. Бедновато. Пьедестал. О нет! Она забрала камень! Башня поглощает энергию камня! Что-то происходит! Она движется? Движется! Она знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. И что теперь? Ну, не знаю, брат. Но мы сюда добрались, худшее уже позади. Запах не... Нет, ошибся насчет худшего. Левый план! Браво,
что все кончилось. И где же мы? О, похоже на Альфхейм. Узкая баталина! Ура! Следи за ними! Они идут. Yeah!
хватит уже! Смотри, мы снова в Мидгарде. А вот мост. Получилось! Башня снова на своем месте! Из путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм. Как Тюр это сделал? Один заподозрил, что гиганты втайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень Единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это Тюр. А еще можно зажечь все жаровни и посмотреть, что будет. Еще имя. Гонду.
Что на этот раз сломали? Было же что-то еще. Ты свернул не туда, брат. Путевой зал наверху. Надо бы сперва разобраться со всеми делами. Мало ли, сколько мы там пробудем. Резонно. Оказался в этих краях. В жизни каждого бывает момент, когда он меняет имя и идет на север, чтобы начать все заново. Если прожить достаточно долго, можно уйти очень далеко на север и оказаться здесь. К моменту нашего знакомства я уже знал о репутации Одина и решил сразу продемонстрировать ему то, что он точно оценит. Таинственный колодец знаний. То есть обычный колодец и хорошую порцию таинственных грибов, чтобы Бог увидел все, что надо. В другой раз продолжим. Еще имя. Хильд.
Ну, вот и все. Смотри, может, теперь мы выживем в бою с Валькирией? Там внизу. Я взялся познакомить Одина с колодцем знаний. Он был очень впечатлен. Не знаю, что он такое увидел, раз попытался вырвать себе глаза, но я успел помешать ему это проделать. Позже я убедил его, что это была его жертва ради обретения высшей формы видения. Ну и все такое прочее. И я думал, что он поверил. Но потом он забрал глаз у меня, и я понял, что его не проведешь. Он знал, что я его обхитрил, счел это уроком и взял меня на работу, чтобы я был на его стороне. И долгое время так и было. Но он все равно затаил на меня злобу.
Я не понимаю, почему ты решил служить Одину? Тогда я был молод, имел амбиции. Асы обладали невиданной силой, но им явно не хватало стратегии, собранности и мудрого совета. И все это я мог им обеспечить. И так бродяга из далекой глуши оказался советником Одина, которому тот доверял чуть ли не как себе. Знаешь что, я попозже расскажу. Yeah!
О чем это я? Ты стал доверенным советником Одина. Ага. И такая власть, парень, надо признать, дает свои преимущества. Да, но он же Один. Я не был совершенством, парень, но я был умен. Даже слишком умен. Почему Один так на тебя разозлился? Долгое время я просто помогал Одину. И это у меня получилось. Давай я тебе попозже расскажу. Может быть, стоит отступить? Другое дело. Береги себя. Камень единства. А я бы хотела еще полетать. Да, надо же, какая жалость. Я запутался. Я был уверен, что мать Мальдра зовут Фрик. Ага, Фрик. Но это ведь что-то вроде клички. Означает «любимая». Так Один звал Фрею после свадьбы. От избытка чувств, как мне хочется верить. А потом любовь завяла, а само прозвище стало орудием для манипуляций. Он не хотел, чтобы Фрейя, богиня из рода Ванов, имела авторитет в Асгарде. Поэтому все ее заслуги приписывались Фрик. Как и рождение Бальдра. Все верно! Именно Фрейя была матерью Бальдра.
злобный же ты, гад! Huh?